Посмотрел я видео Евгения Травникова про сравнение моторов шахедов, и в частности я хотел бы объяснить, почему я в корне не согласен с тем, что версия с черным картером — это немецкая сборка. Начнем с того, что карбюраторы вот такого плана — это явно азиатская вещь. У меня они абсолютно без никаких обозначений, но встречались версии, на которых стояли карбюраторы Ruik Xing. Это точно китайские. Второй момент. Есть у меня вот такие замечательные прокладки, которые стояли на ранних версиях моторов с черным картером. Как видите, на самом параните есть MA. То есть это было обозначение Made In. Я смотрел, конечно, на другую прокладочку. Тут такого ничего не нашлось. Но на прокладке впуска, которая шла именно к цилиндру, если мы вот так сложим, то есть у нас Made in Si. А что такое у нас Си? Явно страна, которая любит чай и рис. Понятно? Понятно. Теперь еще такой моментик. Хотел объяснить. Вот эти проставки, они заимствованы от штиля 0.70, либо же 0.90. И отверстия здесь у них для привода мембраны карбюраторов, те, которые изначально должны тут стоять. То, что Евгений рассказывал, что вот там ступенька на впуске, так вот эта вот проставочка стоит на версии с черным картером. И как видите, никакой тут ступеньки уже нет. То есть этот момент убрали. Так же, как и убрали канал для привода этой мембраны, поскольку вот такие карбюраторы, они приводятся в действие от разряжения самого картера. Конечно, на более поздних версиях стояли уже вот такие прокладки вместо вот таких с обозначениями. Кстати, интересный момент, вот эта прокладка, у ней есть два отверстия для того, чтобы изначально очень легко и просто собирать вот такие штуки, неважно какой стороной ты поставишь эту прокладку, вот так либо вот так. Хотя и это отверстие в самом цилиндре было заглушено. Вообще у меня есть прокладки практически со всех версий, то есть вот это иранские версии, то есть кош-картон намазанный солидолом либо литолом. Вот это ранние версии с черным картером, это тоже с версии с черным картером. А вот эта вот прокладочка уже от бесстартерной версии.